Несколько лет подряд жители Новочебоксарска жаловались на дурной запах в городе. Особенно при восточном ветре и пеняли на биологически очистные сооружения. Все это осталось в прошлом. Так в чем была причина запаха, как с ним боролись и как вообще очищают сточные воды? Смотрите в нашем сюжете. Больше всего от соседства с предприятием биологически очистные сооружения страдали жители района Иваново в Новочебоксарске. Особенно несладко приходилось тем, кто живет рядом с промышленной зоной. Было время, когда люди не могли спокойно открыть окна, а в некоторых детских садах даже отменяли прогулки. Но это все осталось в прошлом. Теперь жители города-спутника уже не испытывают дискомфорта и могут вздохнуть спокойно. В прямом смысле этого слова. В работе биологически очистные сооружения применяют самые передовые технологии именно в части очистки сточных вод. В частности, сейчас на данный момент мы недавно запустили уже почти год назад функционирует как раз вот линия по термической обработке сушки и сжигания осадка, который на сегодняшний день уже эффективно работает. И на данный момент, я говорю, горожане Новочебоксарска, вот по нашим данным, жалоб именно в этом году в части запаха к нам не поступало. Надеемся, что и впредь, и уже постоянно этого тема запаха мы забудем. Обезопасил Новочебоксарск от неприятных запахов новый комплекс термической сушки. Вот этот вот осадок сточных вод как раз до обработки получается центрифугой. То есть вся грязь, которая поступает к нам, убирается оттуда вода и в виде грязи поступает на центрифугу. Вот. После этого, после поступления центрифуги, мы его еще высушиваем. Остается примерно 20% влажности осадок. Вот после центрифуги же. После идем, уже начинаем сушить. Это уже получается осадок высушенный на сегодняшний день. Как вы здесь видите, уже высушенный осадок в виде гранул поступает к нам. И вот эти гранулы направляем в печь на сжигание. И уже получается зола, маленькая зола. Уменьшение их объемов примерно 100 раз. Главным виновником зловоний были осадки сточных вод, которые накопились за несколько десятилетий. Так называемые иловые карты. Что такое иловые карты? Там, где лежит осадок, который раньше не перерабатывался. И вот мы подошли к той установке, называется автоматический комплекс уничтожения неприятного запаха. Вот она установка. Вот видите, кабеля проходит. Тут форсунки торчат. Вот мы здесь, вот это кабеля, здесь примерно вот все. На расстоянии 2 километра 800 метров мы распыляем. Избавление от запаха было не единственной задачей очистных сооружений. Планов на будущее у руководства БОС еще достаточно. На сегодняшний день, в соответствии с инвестиционным проектом, мы продолжаем строительство третьей очереди, которое позволит нам более качественно заниматься очисткой, применить более новые технологии именно в части очистки. Как раз планы запустить третью очередь в 2018 году. Кстати, в настоящее время способ утилизации осадка с помощью термической сушки применяется лишь в 3 городах России. И наш город – один из них. А для всех остальных проблема с запахом пока остается актуальной. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.